Здравствуйте, вы слышите ангельский голосок Алексея Халецкого. Это продолжение ФФА сериала на четверых в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным, продолжающим просмотр, приятно провести время. Да, видите, нету монумента, к сожалению, надо монумент тут будет строить, когда спадет защита. Так, вот мне и шелк дали. Один ход. Леша, тут можно пройти? Где? Бухарест. Нет, не надо. А наверх? Ну, в смысле, наверх. Куда наверх? А, справа от Мумбаи? Ну, там... Ну, можешь идти там. Не особо много ты увидишь. Не хочет будто Бухарест, конечно. Ну и нормально. Мы тогда начнем... его подкармливать и сделаем союзником. Будет культуру давать. Пока не буду ему деньги. Надо будет уже его квесты выполнять. Потихонечку. Так, ну, один ход проскочим. Так, сопротивление завершилось. Аннексируем. Видите, сразу минус 6. Эх, просто на ровном месте. Какой? И стены. Почему в Праге стены строятся? Ну, кстати, в будущем мне понадобится построить. А, то есть это цирк. Зачем я арену тут строю? У меня же цирк есть. Цирк построю, пускай мы на счастье выйдем. Нет, давайте библиотеку закончу. Карфаген, двигай скаута. Отлично. Так, дождемся, когда монарх... Она не будет давать дань, пока минус... Как бы больше минус 30 не станет. Дань давать не будет. Может, на еду пока отправлять тогда? Тот же Бухарест. А, не на еду, на деньги, в смысле.
какой у меня самый выгодный? Просто я не думаю, что тут Дели Бухарест. Зря перебрасывал два. Два хода потеряю только. Не думаю, что у меня скоро прям будет столько много счастья, что мне надо вот караваны на еду посылать. Я там один в один кинул. Если интересно. Это оба в один-один? Да. Ну, тогда мне только красители нужны. Так что предложи мне красители за что-нибудь, что тебе там больше надо. Мне тоже красители мушки начать нельзя. Это за мной уже, да? Страх, страх, страх. Если ты меня полинезиец спрашивает, то мне его самого нафиг не надо, как вы понимаете. Если буду нападать, то в первую очередь надо Монако, видимо, захватывать, да и то. То есть меня вообще устраивает мое положение на данный момент. Красителей нет? Нет. А еще будет? Ну, город поставлю когда-нибудь. Сейчас надо, кстати, обработать. Давай, тогда вот эти медь. Ари, глянь, пожалуйста. Знак хороших отношений. Что, отбить? Полинезиец, давай ты мне 100 золотых, и я у тебя не убиваю скаута и не отбиваю этого рабочего. Я только что потратил. Отлично, сейчас бан за Конго починит слоны, и они мне вернутся. То, что надо. Суровый ультиматум. Ну а что, у меня стоят 3 слона, он их видит. Прям... При мне захватывает этого рабочего, что я пущу шанс получить в союзнике КГшку. Ну, не в союзнике, конечно. Ну да, в дружбаны. Блин, тут у датчанина вообще офигенные места в плане науки. То есть у него куча гор. У него с наукой будет очень все классно.
что мне как бы на самого нету смысла идти, как я уже говорил. Это, по-моему, должна быть проблема Карфагена. Блин, ну Алексана все империя, это конечно. А, я с Монако дань хочу взять, забыл. Только тут... Ну, а... 1-2 хода. Осталось подождать. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на consolewar.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой «Лёша играет» для получения бонусов. Художника. Ладно, пообещаю уже защиту Бухаресту, с него я точно не буду дань уже требовать. Полинезийцы армии нет вообще, не знаю, что там думает себе Карфаген. Вот, я бы на месте Карфагена самого точно захватил. Я думаю, рабочую уже, или взять рабочего еще. Сколько у меня рабочих? Раз, два, три. Четыре рабочих на четыре города. Давайте, наверное, возьмем рабочего. Чтобы не строить его, чтобы быстрее все клетки обработались. Я с Монако двух рабочих стребовал. Не очень будет он меня любить, конечно. После такого. Чуть дорогу не удалил. Ну все, теперь надо расти, расти, еще раз расти. Я явно сейчас отстаю по населению, да, последний, четвертый. Но зато у меня 4 города, я думаю, у всех остальных по 3. Да, 3 у датчанина, причем у него какой конкретный минус по деньгам. Минус 4. 2 у Карфагена вообще, только 2. И, наконец... Полинезии 3, да. Леша, тебе не нужна случайно Виктория? Нет. Окей. Себе заберешь? А, не, неинтересно. Тут я смогу Виджая Нагария благодаря камню построить каменную мастерскую. То есть это и производство, и счастье. О, в ноль вышли, это я цирк в Дели построил. Отлично, сейчас будем Дели отъедать.
Так, где бы мне скауты держать? Наверное, вот тут надо. И не, вообще надо тут Манзы Конга сверху проверить, сбегать. Надо было забить на эту гору, ставить два города, играть два города. Карфаген, а у тебя есть город на том море, ну, который между нами? Нет, там стоит Панама и Манза Конго, но Панаму я в будущем хотел бы забрать. Ну, вот если заберешь, то я в будущем тогда готов у тебя купить рыбацкую лодку для краба. Окей. Счастье повалило. Зачем ты в универ идешь, что ли? Возможно, но пока нет. Ты Петра с Оракулом. Так. Всего лишь на колледж. Оракул, висячие сады у Дании, Петра, да. Ну, Петру все-таки Карфаген построил. У тебя Карфаген тоже там два люкса, да? Где? Ну, на твоей территории. Ну, если с морским, то три. Медь меняю на трюфели датчанину. Медь на красители Карфагену. И хлопок на шелк. Полинезийцу. Я тут библиотеку в Праге просто куплю. Кстати, а что откладывать-то?
Рига сошла с ума. Она от меня через море, ну, через океан, и просит дорогу. Просит, сделай. Только через мой труп получается. Думаешь, грешка того стоит, чтобы тебя захватывать? Знаешь, я тут не сильно привлекательный, наверное, даже для захвата. Столица у тебя на воде, да? Ты про кого? Про Кахвин. Нет. Это про Утика? Тут вот датчанин, похоже. Лучше всего. Блин, пророк уже 5 ходов не появляется. Меня волнует, что у него очень хорошие места в плане науки. Ну и производство у него есть. Тоже. Не так уж плохо. Так, все чудеса нашел. Панама это уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 2 ГГшки где-то, по идее. Вырублю тут леса, построю фермы. О. А, это в Праге было святилище. Окей, какой я могу принять? Тундры и леса, без лесов точнее. Ну вот с меди и железа могу взять. Пастбищ. Пастбищ у меня сколько? 1, 2, 3, 4, 5 пастбищ. Ну, есть некий смысл. Чудес плюс 4, ну, в данном случае не очень. Так. Слушайте, а кто разбирается, кто может подсказать? Давайте, наверное, культуру возьму. Короче, в Конгрессе есть такая фишка, если продвинуть, ну, типа, принять мировую религию свою, то там написано, что святыни начинают давать плюс 50% к туризму. Или 25%. Ну, короче, после принятия мировой религии добавляется туризм. Вопрос, сколько? Ну, там будет написано во вкладке туризма, когда она давит. Ну, я имею в виду, там прибавится там 25 или 50% к туризму, который дает город, или конкретная святыня? Скорее всего, святыня. Если святыня, тогда процент от чего? От веры, которую дает святыня, или что? Святыня, это имеется в виду то, что пророк поставил на земле. Что такое святыня? Напомни мне. Ну, святыня это если пророка закопать, типа не. Ну, закопать, он становится это, улучшением клетки. Ну, тебе вообще показывает, если. Блин, я уже перепутал, хотя 6-й целый. В 5-й, по-моему, не показывает, сколько туризма что дает. Или есть такая вкладка, которая прям на карте показывает? Не, нет.
Ну, там в город, если зайти, классно, ну, навести на туризм, то там расписывают. Но вот конкретно про мировую религию там ничего нет. А, там, короче, смотри, если нажимаешь на свой чемоданчик, ну, то есть, где туризм, там можно посмотреть, сколько конкретно туризма от веры идет, если навести на циферки. Ну, если у тебя есть святыня, там указано. Странно, а ты стратегический баланс ставил? Я ставил, да, и железа тоже нет, да? Нет. Это, видимо, баланс, что железа нет ни у кого. Нет, у меня есть. Тогда не баланс. Да вообще это грустно. Значит, мы можем берсерков не бояться. Потому что берсеркам нужно железо. Раз Дачанин говорит, что у него нету железа, то это здорово. Так, никто еще не вышел. Никто. Вот тут написано, религия распространяется на 25% быстрее, а ее святыни получают плюс 50% к туризму. Святыни получают плюс 50% к туризму. Типа, если в городе есть святыня, она дает на город 50, или сама святыня дает 50? Если сама святыня, то от сама чего? Сама святыня. Есть. Сама святыня. Если бы на город давала, было бы слишком чеческим. Ну, хорошо, если сама святыня, 50% от чего? От ее веры? От веры, видимо. Типа, 3 туризма дает святыня? Видимо, так. Ты надеешься победить туризмом? А не, я просто это этим вопросом в прошлой игре задавался и не мог никак узнать. Тем не менее, я уже пошел. Надо тут болото осушить. Именно здесь надо вот эту ферму сделать. Хорошо, ты же не воруешь рабочих? Полинезиец может подтвердить, что нет. А как же тот рабочий, который был со скаутом? Кстати. Ну, то есть вы иронию не слышите в голосе, да? А, ты про этот случай. Мы выиграли до этого. Зарыты они там вдвоем вместе с топором войны. Все их забыли. А ты прям берешь по нам, да? Не, потыкаю, уйду. Потыкаю, сдамся, выйду. Не знаю, не хочу я тут лес вырубать пока, потому что тут выглядит, что не особо много еды. Ну, хотя как, вначале тут, конечно, еды дофига. Но потом... Просто там железо есть. А нигде нету. Ребята, все чудеса фигачат. Так. Вполне можно суд и построить.
Зато я понял, что такое совсем грустно. Это когда у тебя все чудеса подряд уводят? Нет, это когда ты строишь лесопилки как единственное средство для промки в городе. Сидит безработный. Тут тоже все максимум найду. Ну и здесь нормально. Может прикупить эту клетку, что рядом с... То есть тут вырубить лес и ферма будет, то есть тоже будет еда. Так, я первый по еде, отлично. Блин, азиец, ты совсем не боишься, что тебя Виктория будут захватывать? Так, Полинезия. Ну ты видел мою промку? Первый вышел куда? Ну да, ее немного. Производство так мало, что он прям в эти пошел. Я сижу в ужасе и жду. Не понял, что не открыл. Леша сказал. Не, ну город так себе на самом деле. Лешина армия растет. Так он сказал, она ему не нужна. А я думаю, ему можно верить. Ну вот а нафига мне Самоа, не взяв Монако и Мбанзу Конго, например, как вы себе это представляете? У меня будет такое Самоа. То есть, видимо, я сначала все-таки буду ГГшки брать. Что мешает взять Мбанзу Конго, но все равно ничего не успеет построить с такой промкой. Типа, я Индия. Ты знаешь, сколько мне штрафа дается за захват города? Ну, тоже верно. То есть зачем захватывать город ради того, чтобы его захватить просто? Ну армия-то большая. Ну я хожу. Это все. Я хожу, дань собираю постоянно. У меня тут вокруг меня 4 ГГшки. Лепота. Я не знаю, как она у меня растет, если я не строю уже ничего, никакую армию. Хотят. Быть первым по технологиям. Долго мне еще будет караван бегать? 12 ходов.
Вообще можно уже тут стены строить. У меня же уникальное индийское здание — это замена замка. То есть стены не надо будет везде построить. Сейчас начну вырубать лес для чеченицы следующим ходом. Не железо, не лошадей. Да, очень мало. Я уверен, тебе урана насыпят. Что? Урана, значит, насыпят. Да. В следующей жизни. Осталось дожить. Да. Сверху на могилку присыпет. Карфаген 10, Хонолулу 10. Датчанину не знаю, сколько столица. У меня 9, но у меня зато 4 города. Как бы. Так что вполне норм. Интересно, вот отсюда дерево в Дели пойдет или в Мумбаи? Мне у Мумбаи не очень территория нравится, вот честно. У Праги тоже не очень, но у Мумбаи... Понимаете, индусу надо дофига жителей в городах. То есть у меня будет много жителей, но им нечего обрабатывать. И ладно, если бы, ну, например, во многих городах было нечего обрабатывать, я бы тогда со спокойной душой взял свободу, и у меня бы спецы сидели. Но тут же непонятно на самом деле. Вот у Дели и у Виджаянагары порядок очень неплохо был, да и у Праги тоже. Есть какие-то чудеса природы или два всего лишь? Ты Викторию нашел? Естественно. И Беринджер нашел. Просто... поменяешь? Просто город просит чудо найти. Нету больше чудес, нету.
у меня тут только служака, но это какое же это чудо, так просто. Чуть-чуть, а, даже он три счастья дает, а не два. Вообще хорошее чудо, особенно для индуса. Я вот не помню, я высчитывал, то ли после 7 жителей уже способность Индии в плюс, а не в минус идет, то есть у меня уже куча начинает быть счастья. То ли после 8, это надо посчитать. Потому что каждый житель дает несчастье, но у Индии в половину. Поэтому от 8 жителей не 8 несчастья получает, а 4, но при этом 6 несчастья вместо 4 после 8. После 8 получается. Так, философия открыта, поэтому после чеченицы надскочишь. Ну, немножко отстаем по науке, но это ничего. Инженерное дело ради караванов и дальше универы. А потом производство. София стягивает ко мне войска. Собирается захватывать, кажется. У меня требуют флотоводцы. Ох уж эти агрессивные болгары, да? Очень. Хай Петра у него, да, но не то чтобы прям супер-пупер. Все-таки в Мумбаи ушел. Инженерное дело я ради каравана открыл, а тут думаю, Карфаген будет на Полинезию нападать, потому что просто в два раза больше армия. Ну, кстати, обратите внимание, что я уже выправляю свои населения, по всему остальному я первый. Все очень неплохо. Построю чеченицу до первого золотого века. ГГшка просит Таракуту армию. Начну в Мумбаи строить.
тебя, наверное, много счастья, да? Датчанин. Ну, хватает. Люкс один продаж. За сколько? Сколько хочешь. 6 вход. Не. Думаю, мне самому пока понадобится. Карфагена, у тебя не будет никакого ресурса меняться? Будут, сейчас скажу. Будут красители. Красители будут. Ну, из двойных. Ну, предложишь, когда у меня медь есть просто. Лишнее. Я могу уже на хлопок поменять. Не, хлопок у меня один, а меди две. За золото продашь меди? За золото? Тоже 6 золота вход? Ну да. Ну, это 180 золотых. Ну, в принципе, почему нет? Пока полинезиец там развивается. Лёша, если медь и хлопок в обмен на красители и бесплатную лодку, так не подойдет? Я уже медь продал полинезии. Мне пишет две. А не одна. Хорошо, а просто хлопок. Хлопок на красители. Мне из ресурсов, если один на один, то мне нужно золото или жемчуг. Что-нибудь такое у тебя есть? Жемчуг будет через ход, на следующий ход. Ну вот, на жемчуг меняю. Я могу золото на слонов поменять. Давай. Медь торговой сети по бразью Панамы. А как это? Ну, Панаму захватили. Только-только сейчас прям, да? Думал построить, но что-то остановило. Алёша, у тебя два хлопка уже. Можно кинуть на красители? Нет, я уже меняюсь с полинезийцем. Можешь посмотреть, что уже один. Это два, потому что закончилось предложение, которое опять возобновилось. Ну просто у меня на самом деле красители сейчас тоже одни. Может, махнемся? Ну мне жемчуг нужен, ты понимаешь? А, ну тебе хорошо. Мне красители не нужны. Мне жемчуг. Если ты хочешь один на один, я тебе в прошлом ходом это говорил, один на один, то на жемчуг.
Один в один обмен. Один в один меняешься. Стой, Полинес, мне не надо золото, мне надо трюфели. Подскажите, а имеет значение сразу аннексировать город или сначала сателлит, а потом аннексировать? Ну, он у тебя в сопротивлении два хода. Если ты его... Ты не сможешь здание строить в любом случае. Ну и... Пройдет. Если это делать типа по очереди, ничего не меняется? Нет. Кроме счастья. Просто когда... Сателлит, он меньше счастья дает, да? Меньше несчастья, точнее. И получается, что... А там сопротивление в городе. И получается, что пока сопротивление... То есть, если вы хотите город от себя оставить реально, пока сопротивление, лучше его марионеткой оставлять. Сопротивление закончилось, потому что при сопротивлении город тебе просто ничего не дает. А сопротивление закончилось, делаете, аннексируете, как это с Прагой делаю. Три хода осталось, надо поразить технологиями Бухарест. Хотя бы еще одну теху надо открыть быстро. Столица быстро тебе растет. Скоро золотой век еще начнется. Тут любовь к королю вовсю. Загляните на consolewar.ru, ссылка в описании. А на этом пока все. Продолжение по плану должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет
распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.